Доброго времени суток. У микрофона Данил Добро. Вы на канале Быстрый ПК. Сегодня мы разберем, как превратить Android девайс в компьютер при помощи переходника на HDMI кабель. Данный переходник можно купить. У меня есть ссылка в описании на Type-C-шный переходник. Есть такие же на microUSB. Но лучше брать все-таки Type-C, на мой взгляд, потому что данный вход более универсален. И он есть в ноутбуках. Данный переходник можно будет использовать не только на телефоне. Что мы получаем? Включаем к устройству данный переходник. И также в 10-м Android можно выбрать режим рабочего стола. Этот режим появляется в уведомлениях. Мы его нажимаем, принимаем. И у нас появляется отдельное окно с системой, похожей на Windows, как мы видим. А на телефоне при этом можно продолжать что-то делать. То есть появляется независимый рабочий стол. Либо можно проиграть в обычном режиме, как смартфон. Причем как смартфон, к сожалению, работает хуже. Потому что изображение видео на полный экран не выводится, даже при повороте экрана в нужную сторону. Эта функция появилась начиная с 6-го Android, насколько мне известно. У меня есть приставка с 6-м андроидом, и там эта функция тоже работает. Там, правда, есть отдельный вывод на данный. Это приставка, и она должна это поддерживать. Также в андроиде есть еще отдельные утилиты для умных телевизоров. Это такой, можно значок найти в настройках, называется как трансляция, либо вывод изображения на монитор. Беспроводная проекция. Зависит от устройства, марки, прошивки, может отличаться название. Ну, обычно там рисуется экранчик с Wi-Fi, либо монитор с телефоном. Скриншоты я вам тут показываю. И также я почитал про это все. Оказывается, подключение через вот этот переходник поддерживают только смартфоны с флагмановским процессором. В 99% случаев именно смартфон с флагман будет поддерживать данную функцию именно через этот переходник. А беспроводная проекция, в общем, доступна практически на любом смартфоне, начиная с Android 7, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому, если у вас есть флагман, то вы можете смело заказывать. Если же у вас среднего класса телефон, например, вот на P40 Lite, несмотря на то, что этот смартфон близок к флагману, но у него процессор среднего класса, и, соответственно, эта функция на нем не поддерживается. Можно также зайти в AIDA 64, либо просто посмотреть процессор через другую любую программу. По-моему, даже через систему можно это посмотреть, системные настройки, название процессора. Потом осталось вам просто этот процессор вбить на каком-нибудь сайте и убедиться, что данный процессор является флагманом. Если он флагманом не является, то, скорее всего, данная функция по проводу передачи изображения работать не будет. Также еще есть специальные приложения, которые вроде помогают проверить, поддерживает ли смартфон данную как бы опцию. Ну, скорее всего, данное приложение не обновляется, не добавляются новые устройства, и это приложение не востребовано, так что лучше просто ориентироваться на то, что вот флагман. Почему, конечно, бюджетные смартфоны не поддерживают хотя бы среднего класса, непонятно. Ну, может, со временем с новыми андроидами сделают побольше устройств, которые будут это поддерживать. Не знаю, с чем это связано, но по идее нормально эта функция работает, начиная уже с 8-го андроида, если я не ошибаюсь. Потому что на флагмане с 8-м андроидом это все заработало. Мы список, который мы устройство проверили, оставим в описании под видео. А заработало это на двух флагманах, Huawei P40 Pro и Huawei P30 Pro однозначно, и там даже вот эта вот функция все работает как полноценная операционная система. И также мы оставим ссылки на несколько статей, и в том числе ссылка на Type-C Hub. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, поставьте лайк, а также поделитесь видео с друзьями. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.